третий международный кинофестиваль. И передо мной стоит финалист, а уже даже обладатель диплома и кубка. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел сказать, что действительно фестиваль «Альтернативная территория кино», пожалуй, это такой у меня первый, ну, второй, может быть, но первый приз в Петербурге. Когда-то какие-то призы мне давали даже и в Париже, и в Румынии, и в Екатеринбурге, и в Воронеже. Но вот приятно, что именно в Петербурге как-то заметили, потому что я здесь живу достаточно давно, уже много лет. Для меня это замечательный, святой и сложный, и тяжелый, одновременно прекрасный город. И те фильмы, которые я здесь увидел и сам поучаствовал, мне кажется, это достаточно интересная именно альтернативная территория кино. Вот то, о чем мы заявили, организаторы, вернее, заявили этого фестиваля. Наш фильм «Белое безмолвие» – это такое символическое сгущение, символическое кино, которое снималось мною и Максимом Кузнецовым за чертой, как бы, ну, как сказать, это за Северным полярным кругом. И вот отважные путешественники едут сквозь бури, пургу, шаманы им иногда мешают, а может быть помогают, мы не знаем. И вот они едут через все это пространство, это как бы символическая наша жизнь, преодолеть вот эту непогоду, эту пургу, эту метель, эти жуткие морозы, вот пройти через всю жизнь и остаться человеком, а может быть приумножить свою личность, свои какие-то существенные нам Богом данные свойства, качества, не растерять их, не растерять себя в этой жизни. И где происходили съемки? Это за Северным полярным кругом, Мурманск и Мурманская губерния, Архангельская губерния, то есть, ну, север, русский север. Сколько у вас за плечами ваших фильмов? Я снял 29 фильмов и документальных, и экспериментальных, и документально-игровых, и меня всегда интересуют новые жанры и что-то новизна эстетическая в кино, не просто складывание каких-то кадров, каких-то пазлов, как сейчас, может быть, говорят модно, а именно различные какие-то смыслы, которые я пытаюсь через некую форму, иногда понятную людям, иногда менее понятную. Вот для меня сейчас очень важна, например, такая работа, как это, может быть, не парадоксально звучит, работа с композитором Микаэлом Тривердиевым. Но мне могут сказать, что вот, ну как так, Тривердиев умер, кто знает, так сказать, о нем. Но, тем не менее, есть его музыка, она осталась. Я дружу вот с Верой Тривердиевой, с фондом Тривердиева, и выяснилось, что есть потрясающая музыка, киномузыка. И Тривердиеву, когда он однажды участвовал в киноконкурсе анонимном, Голливуд, по-моему, это, так сказать, когда-то организовывал, он занял первое место. Анонимно, никто не знал, что это за музыка пришла, откуда и так далее. И до сих пор Михаил Леонович Тривердиев. И вот последние три фильма мои, они связаны с музыкой Михаила Тривердиева, и я надеюсь, что она важная составляющая драматургического фильма. Именно драматургическая, потому что иногда это слово, иногда какой-то план, а вот в данном случае для меня сейчас музыка Тривердиева. Николай, ну мы вам желаем удачи на будущий год, да, чтобы год свиньи принес вам большую копилку кубков и дипломов. Спасибо огромное. Ну вот еще, возвращаясь к Тривердиеву, захочу закончить. Потому что я сейчас был на фестивале, где Ольга Семенова, это дочь Юлиана Семенова, вручила мне специальный приз нашему фильму, посвященному Иосифу Бродскому. И вот я надеюсь с музыкой Тривердиева сделать в следующем году фильм, посвященный Юлиану Семенову, который был не только блестящий сценарист и прозаик, но и поэт, с музыкой Михаила Тривердиева. Даст Бог, может быть, «Альтернативная территория кино» здесь этот фильм представит в следующем году. Спасибо. Спасибо вам, будем ждать с нетерпением.